Генеральный спонсор канала – компания «Вартек». Всем привет, с вами Марти, и сегодня у меня на обзоре разноцветные дымовые шашки Russian Smoke, что переводится как «русский дым». Относительно недавно со мной связался производитель этих дымовых шашек и предложил мне сделать на них обзор. В обычной ситуации я бы отказался, потому что мне эта тема не очень интересна. Но поскольку мне необходимо было сделать фотосессию в стиле милитари, поэтому я согласился сделать небольшое видео и выразить свое мнение об этих дымовых шашках. Ну, для начала скажу, что шашки нескольких цветов, цветов аж целых 10. Зеленый, салатовый, синий, фиолетовый, красный, оранжевый, коричневый, он же терракотовый, розовый, желтый и черный, то есть на любой вкус и цвет. Шашки небольшого размера, умещаются в руке, их можно забить несколько штук в утилитарный подсумок, и даже одна шашка свободно умещается в подсумке под пистолетный магазин. Как вы можете видеть, шашки снабжены вытяжным запалом с чекой, поэтому вы избавлены от необходимости поджигать их перед использованием. Для каких целей изначально предназначены эти дымы? Ну, в первую очередь для использования на различных мероприятиях. Это свадьбы или какие-то праздники. Во-вторых, для использования на фотосессии. То есть дымы действительно сочные, красочные, много цветов, позволяют создать довольно-таки интересную атмосферу и хорошо заполнить кадр. Мне на обзор этих дымов прислали целую кучу, 50 штук, из них на фотосессии я потратил около 20, поэтому по итогу использования могу сделать определенные выводы, как положительные, так и отрицательные. Чтобы инициировать дымовую шашку, необходимо потянуть запал в сторону. Заметьте, не вверх, а именно в сторону, откуда запал и выглядывает. И отсюда следует первый вывод. Инициатор у дымовых шашек очень тугой, то есть с одной стороны запал вы случайно не выдернете, если немного потянете. Нужно приложить реально немаленькие усилия, чтобы инициировать дымовую шашку. Но отсюда следует и минус, потому что у пары дымовых шашек кольцо у меня оторвалось. Ну, к счастью, нитка у нас порвалась снаружи, поэтому могу заново привязать кольцо с одной из дымовых шашек использованных, или, допустим, плоскогубцы использовать и инициировать этот дым. Но все-таки не очень хорошо. Я считаю, что производителю стоит сделать запал послабее раза в два, а то и в три, чтобы у пользователя не возникало проблем при инициации дымовой шашки. Время работы дымовой шашки 30-40 секунд, столько же, сколько заявлял производитель. Я считаю, что для такой компактной дымовой шашки это хороший результат. Очень большой плюс в том, что дым не токсичен, не имеет резкого запаха, он слегка пахнет порохом. То есть можете эти шашки без проблем использовать в здании, и вы не отравитесь. При горении у шашек нет открытого пламени, мы бросали их в сухую траву и ничего у нас не загорелось, то есть шашки полностью пожаробезопасные. Итак, для чего в страйкболе можно использовать эти дымовые шашки? Во-первых, для фотосессий в стиле милитари, так же как использовал их я. Во-вторых, для подачи дымовых сигналов, например, внутри команды или же организатора. Например, какая-то задача найти какой-то объект и активировать цветной дым можно использовать. Также для создания красивой цветной дымовой завесы, также организаторами, чтобы создать интересную атмосферу в игре, например, при атаке или высадке. Я считаю, что для постановки маскировочной дымовой завесы шашки все-таки слабоваты. Можете посмотреть, какие они тонкие, маленькие, и такого объема, конечно, недостаточно, чтобы дать достаточно дыма за такой промежуток времени. Если скрутить, допустим, три шашки или сделать одну шашку в три раза толще, этого будет достаточно. И в принципе производитель сказал, что в следующем году он такие шашки выпустит, которые будут мощнее и будут подходить для постановки маскировочной дымовой завесы. Шашки стоят не очень дорого. До обзора
Они стоили около 300 рублей, 350 в розницу, но я сказал производителю, что это дороговато, и поэтому он меня заверил, что с 1 сентября розничная цена дымовой шашки будет 250 рублей, а оптовая цена при закупке от 100 штук 150 рублей. Ссылка на группу ВКонтакте и на сайт производителя и магазина будет в описании к видео. Ну, а меня наградите лайком, подписывайтесь на канал, на мои социальные сети, и всем удачи!